И о спорте. Тамбовские спортсмены оказались на первых ролях на фестивале национальных видов борьбы народов России. Вернувшись из Москвы, сегодня они рассказали о своих достижениях журналистам. В программу фестиваля входили 4 вида единоборств. Борьба народов Кавказа, Сибири, татаро-башкирская и русская национальная борьба. В общекомандном зачете сборная нашей области заняла первое место в русской борьбе за вороток. Личные результаты спортсменов оказались также высоки. Победу в своих весовых категориях одержали Сергей Рябов и Азиз Абдалян. Бронзовыми призерами стали Илья Третьяков и Василий Гордеев. Мастер спорта по дзюдо Сергей Рябов выступал также и в абсолютной весовой категории, где в финале уступил чемпиону Европы по самбо. Спортсмен утверждает, что русская национальная борьба за вороток и японское дзюдо очень близки. Перестроиться было на самом деле просто, потому что дисциплины слегка похожи. Также борьба производится в одежде. Разница в том, что захват производится только одной рукой. То есть сложностей с перестроением никаких не было.